Короче, выступили, раус программа. Сейчас самое интересное, мы идем за кулисы. Да. За кулисы. Идем примерно. Покажем, как разминаются молодые звездочки, да? Ну, они еще не разминаются, да, мне еще минут 30 им до разминки. Как обычно, я весь процесс. Это Саша и Юля. Для архива. Короче, минут 20-30 и за кулисами сбор, наверное, будем. Будем за вас болеть. Еще, я буду снимать. Для школы. Хорошо? Да. Ладно. Так, мы идем сейчас. Вишняк. Все. Самое прям пекло. Концерт уже начался. Вот они. Вот они звезды. Вот я хочу поболеть, поболеть. Нет, нельзя. Давай застанем врасплох. Привет. Да, посмотрим, да. Как они сегодня выступят. Давайте, мы вас верим. Никаких слов облажаемся. Кто не стесняется? Вот я знаю, ты не стесняешься. Так, ну что, порвете сегодня все? Да, я не выступаю. Почему? Потому что я только выступаю. У тебя привилегия, да, какая-то? Привилегия какая-то? Нет. Просто я буду так снова все будет. Ладно, будешь с нами или мы с тобой, как лучше болеть, да? Да, я буду тоже таким оператором. Как давно вы занимаетесь танцами? Вообще или только поколение? Все по-разному. Вообще. Ну, типа очень. Ну, с Артем Сергеевичем мы 4-й год. Да. Уже? Да. Я танцы в 11 лет. Сколько тебе лет всего? Нифига себе. 4 лет? Бальные? Нет, он тут. Детский до сих пор. Так, что, за кулисы? Да. А, интервью общается. Зачем ты нам нужен? Иди. А что, за кулисы еще? Заново. Заново? Давай заново. А какой повод просто? А, как давно? 11 лет. С Артем Сергеевичем 4 года. Да, всего 4 года. А вот мальчики-брейкеры. Они у нас 2-й год. 2-й год, но они очень... Ну и как, он вас не мучает, нет? Не надоел вам еще? Нет. Мы любим танцевать, это наше хобби. Говорите все, что думаете, мы вырежем. Это моя жизнь. Говорите все, что думаешь, да? Да, можете поливать грязью просто. А что, Сергеевич не увидит, да? Да. Он не угадает. Главное, не услышит. Так, вопросы закончились. Давайте пару теплых слов Артему Сергеевичу. Добрый. Артем Сергеевич? Да. Требовательный, но он очень хороший. Он смешный. Да. Он очень талантливый, он занимается не только танцами, он читает рэп. Вот у него своя студия есть, помимо школы искусств. Баскетбол, да. Он в КВН играл, он очень талантливый человек. Классно. Пустим грустную музыку, и Артем Сергеевич поплачет, да? Мы его любим. Да. Очень любим Артема. Один точно. Артем Сергеевич. Можно канал Артем Сергеевич просто переименовать? Артем Сергеевич. Артем Сергеевич, его так любят вообще. Любви. Вы нас верите. Не, я верю, честно, они давно со мной, они классные. Я их тоже люблю. Кричу мало. Они классные. Они очень талантливые, только разгильдяйские. Они очень так хорошие. Какой тренер? Какой тренер, такой команда. Безумно нравится то, что Артем Сергеевич постоянно шутит на тренировках, и это дает не только такой настрой. Камера там. Не только. Дает расслабиться и чувствует себя как дома. Давай, я вот так буду. Это безумно весело и чувствует себя как дома. Давай я буду за тобой ходить. Я на тренировку чувствую себя как дома, и мне безумно нравится. И я счастлива, что у нас там преподаватель. Мы его очень любим. Самый талантливый. Да. У каждого из вас самый веселый. Да вы крутые, да. Знаешь, обычно снимаешь вот кого-то, да? И сразу лопок начинают убегать, да? Блин, да, я вообще ничего не знаю. Ничего. Вот так вот. Типа. На самом деле наш коллектив отличается от других, потому что... У нас... Ну, да, это как семья. Мы все вместе. Кто не заплачет из вас, нет? А? Я уже жду, когда кто-нибудь заплачет из вас, да? Я все равно уже стою. За кулисами.
Так, вот Аня, кстати. Привет. Ты чего отбилась? Это большой карман. Здесь мы будем разогреваться. Вот сейчас вот там зал. Сейчас пойдем сбоку, немножко посмотрите. Это все внешне красиво, да? А вот за кулисами уже, конечно... Александр, руководитель «Бумеранг». Короче, ответственный концерт. Волнуешься? Нет. Как думаешь, выиграете сегодня? Конечно, мы всегда выиграем. Концерты. Любые концерты мы всегда выиграем. Тима только. Короче, зал, работа, уничтожение. Давайте. Начинается. Ой, здрасте. Вот они идут на бой. Да? Я там сзади грузчика. Вы меня узнаете. Карман, идите на стройку. 4 номера. На самом деле даже не волнительно, потому что все самое сложное — это вот подготовить, а там уже ничего не сделаешь. Все, уже все, что надо было сделать, либо сделано, либо поздно. Дело за ними, то есть сцена, да, это другие ощущения. Was the case, and they blame me. Officer, I didn't do it. You can't blame me for this. Could you please loosen up the handcuffs on my wrist? You can. Красавцы. Классно. Классно. Это было очень круто. Да, вы молодцы прям. Спасибо. Мы залы снимали прям здорово, старались. Да. Сегодня юбилей. Нам 10 лет. Что за это время сделал? Совсем не пару кубков. Совсем не напрягались. Пару кубков, ящиков.